Здравствуйте, уважаемые телезрители, на ТВ-программа «Открытый эфир», я Владимир Банчиков. Есть такая фраза, которую приписывают великому Уинстону Черчиллю. Если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. Ну, немножко с эффектом угрозы. И вот чтобы политика нами не заинтересовалась, я пригласил сегодня в студию генерального директора информационного агентства АРД, ну или проще говоря, Asia Russia Daily, Бато Ачирова. Здравствуй, Бато. Здравствуй. У тебя замечательный сайт, да, я не особо такой одаренный пользователь интернета, если не сказать хуже, то есть совсем бездарный. Но, тем не менее, я практически каждый день захожу на АРД, смотрю новости, смотрю аналитику. Очень правильное направление, вектор развития, да, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю. И, ну, сейчас, понятное дело, последние дни, да, вот неделя прошла, чуть больше. И я так думаю, что, ой, даже меньше недели прошло. В связи с резким изменением курса в нашей политике внутренней, я имею в виду в Бурятии. Все газеты, все информационные агентства, все говорят об одном и том же человеке. Все говорят о господине Цыданове. Ты уже встречался, вот буквально на днях была встреча с руководителями всех наших СМИ. Как тебе впечатление от нового главы Республики Бурятия, пока с приставкой в РИО? Ну, Владимир Георгиевич, впечатление, как говорится, давайте оставим. Хорошо. Нет, я не знаю, там встреча, как она прошла, на твой взгляд, конструктивно? Я бы хотел это все рассмотреть в более широком формате. То есть, ну, мы знаем, что Россия, наша страна, некоторые говорят, что он уже встает, так сказать, да, приобретая свою былую форму, то есть имперскую. Другие говорят, что она как бы все уже уходит, там Крым наш он раздавил, жить стало тяжело там и так далее. Но, тем не менее, есть у нас уже в стране, видимо, вообще формат России такой. Вот, ну, Путин из обычного человека, да, как он себя декларирует, я простой советский гражданин, да, он превратился в символ. То есть нечто такое очень важное. И, грубо говоря, сейчас Алексей Сединов назначен. То есть если вещи своими именами говорить. Конечно, назначен, да. Выборы в сентябре уже однозначные. То есть он пришел сюда уже с таким, ну, мощнейшим багажом энергии, да, кремлевской, условно говоря. И, конечно, он сейчас монументальная фигура Бурятии. То есть это тот яркий свет, куда будет стекаться все силы. Или слетаться. На свет обычно слетается. Ну, не стекаться, а слетаться, да. Да. А вот смотри, вот эти яркие силы, да, для всех наверняка наших местных местечковых, я бы сказал, политиков и политиканов, это решение Путина, ну и вообще решение кремлевской администрации было, конечно, крайне неожиданным, да, насколько я понимаю. Хотя разговоры шли о его назначении давно, ну как-то так все это было. Там фигур было очень много, которых предсказывали на это место и на это время. Как себя сейчас поведут те люди, которые сидят у нас на площади Советов, вот на твой взгляд? Ну, я имею в виду непосредственно подчиненные. Уровни министерств, ведомства, ну, скажем так, правительства, да, и так далее. Да? Да. Ну, мы это вот красивым таким вот обернутым слоганом говорим, элита, да? Ну, хорошо, пусть будет элита. Ну, ладно, не элита, ну, скажем так. Для этого слова они далеко у нас не созрели, ну, бог с ними, пускай будет. Вообще есть в политике, вернее, политика – это система. То есть, да, то есть там она многокомпонентная, много элементов там. И есть в этой конструкции, скажем так, выбранные элементы, это депутаты там и так далее. И номенклатура. И, в принципе, они как две орбиты, они как переливающие сосуды, они очень так гармонично работают. Должны работать. Должны работать, да. Ну, люди говорят, что это балансировка, да, то есть... система сдержек и противовесов. Она, да, система сдержек и противовесов, а в реальности это просто сообщающие сосуды, то есть... Особенно в нашей местной реальности, я бы сказал. Ну, в Бурятии, да. То есть они как бы элемент торговли, да. И в этой системе вообще надо рассматривать, опять же, в более широком формате. То есть
система власти в России, она не изменилась еще со времен, ну, условно Римской империи. То есть, ну, согласен, феодальная, да, система. То есть там, да, есть вассалы, есть сюзерены, есть, ну, скажем так, вот эта масса, которая обслуживает, да, я имею в виду чиновников, которые, бюрократия. И в этой системе, конечно, изменение, ну, скажем так, начальника, это очень важный элемент. То есть сейчас как? Смотрите, есть, ну, условно говорим, вот, кстати, Макиавелли, это вот первый политолог в истории, да, он вот, ну, все это описал, и она как вот классикой стала. То есть человек пришел, там у него должны быть приближенные. То есть, ну, он говорил, союз из пяти, там, союз из трех, там, и так далее. То есть люди, которые, на которых он будет полагаться. То есть, ну, надежные, верные, надежные, которые, преданные. Это то, что называется, в разведку пойдешь. Да, да, с кем пойдешь. Да, то есть там даже нету там эффективности, там, и так далее. Потом там уже они будут смотреть ресурсный потенциал. То есть чем больше ресурсов, тем крепче власть, ну, условно говоря. И ресурсный потенциал тут нужно рассматривать в каком формате. Вот у нас была, ну, столетняя уже как бы фундаментальная элита, да, из западных бурят там и так далее. Вот эти как бы все, она уже устаканилась. Мы видим, что есть оппозиция, Мархаев, есть люди, которые владеют какими-то ресурсами, там, денежными, имущественными, медийными, ну и так далее. Сейчас... Вот, то есть элита политическая, ты имеешь в виду, оппозиция политическая и финансовая? Ну, элита, скажем так, она вот, смотрите, давайте я по-другому сейчас. Хорошо. Могу в дебри вас зайти. Помните, вот вы помните старые советские вот эти вот выражения, да, была притча. Брежнев, второй Ильич, как раньше называли его, он любил сам позвонить куда-то там, директору завода там и так далее. И он, читая «Комсомольскую правду», она такая, быту много работала, вернее, много говорили люди, он решил позвонить этому главному редактору, ему статья понравилась. Звонит, а там зам поднимает. И Ильич спрашивает, а где редактор? Ну, он сказал, что, в общем-то, он пьяница, там, еще что-то, он тут не бывает, а работаем мы. Соответственно, там кадровые изменения быстро прошли. Поэтому я имею в виду, он будет, конечно, это все присматривать. То есть в реальности там работали не люди главного редактора, да, а люди, которые его, так сказать, ну, поддерживали. Ну, скажем так, не поддерживали, а хотели его толкнуть. А наоборот подставляли. Наоборот, да. И Вячеслав Владимирович Наговицын, может быть, очень сильно это все, скорее всего, ощущал на себе. То есть он почву не чувствовал. Поэтому сейчас, конечно, будет... Кино только начинается. Ну да, это все, да, понятно. Записали. Как себя поведет в данном случае, вот на твой взгляд, Бато, Народный хурал, он у нас в последнее время такой обрел такую мощь, да, особенно после того, как свергли, так скажем, Матвея Матвеевича Гершевича, потом начались там разброты, шатания внутри даже Единой России, нашей местной, да, вот как сейчас себя поведет Народный хурал по отношению вот к нынешнему главе? Бурятский Народный хурал – это российский феномен. То есть, да, я вот тоже, кстати, абсолютно согласен. Я долго работал в Чите, знаю, что такое заксобрание Читы. Знаю, ну, вообще... Мы знаем, что такое Госдума. Да, да. И вот нынешний Народный хурал – это реальная политическая сила, которая влияет на процессы. И как-то она какая-то монолитная, там есть такая устойчивая стержень, да? Некоторые говорят фронда. Но эта фронда была антинаговицынская. Ну, по-моему, да. Да. Они свою цель, так, свои цели добились. Дальше что, да, они будут делать? Как они, ну, себя поведут? Понимаете, вот, в этой конструкции на каждую хитрую, так сказать, есть это самое, да, другая сила. Вот пришла другая сила. То есть более мощная, более такая, ну, скажем так, свежая, да? Ну, это абсолютно, конечно. Да, свежая. И он, приехав в Москву, встретился со всеми руководителями силовых структур. Да, за два дня
буквально. Там, ну да, за два. 8 встреч, по-моему, и все на там высшем российском уровне. Все оперативные структуры МВД, ФСБ, там, все надзорные органы там, и так далее. Потом он получил поддержку по отраслям, то есть он любому министру может зайти там, и так далее. Поэтому это... ну, так. На будет. Это должны ориентироваться и наши местные, да? Местные, что... да. То есть это как бы мы переходим в прозу про Дон Кихота. То есть воевать с мельницей ребята не будут. Поэтому мы сейчас будем наблюдать большую очередь. Ходоконосцев, я их так называю. Ходоконосцев, да, на, да, да. Как там, на этаж выше. Да, да, да. И будет, то есть... ну, то есть начинается самая нормальная интрига. Нормальная интрига. Нормальная вообще, интрига может быть вообще? Интрига – это что? Формулировка интриги. Вы давай. Знаете, да? Озвучь. То есть интриган – это разносчик информации, ну, как малярийный комар, да? То есть интриган – это разносчик информации, вроде как бы правдивый, но в искаженном формате. Вот основная политика у нас в Бурятии не демократия, не декларирование каких-то вещей, да. А публичная она, как бы, плоскость она в другом месте, ну, как бы общая. То есть, а реальная политика у нас проходит путем интриг. И мы, скорее всего, будем наблюдать через некоторое время, у кого он, кто больше интриганистей. У кого крупнее все это, да? Да, да, да. Поэтому, конечно, скорее всего, мы будем еще наблюдать отток, огромный отток людей от Мархаевской фронды. То есть оппозиции уже сейчас так таковой уже не будет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что у нас и выборов таких веселых, как мы предрекали, да, буквально там 2 недели назад, уже не будет? Нет, уже выборы практически в одни ворота. И по большому счету... Ты уже коммунисты даже и Мархаева... Я имею в виду со счетов. Я думаю, что буквально вот мы в течение нескольких недель увидим, как, ну, вот, ну, скажем так, такой как бы монументальная фигура, как Мархаев, да, как одуванчик сдуется. То есть народ оттуда, с этого, все убегут. От Мархаева. Конечно. Ну, посмотрим. Я не очень согласен с твоими словами, потому что там есть, ну, достаточно преданные люди, и коммунисты вообще, особенно пожилые, особенно вот пришедшие из КПСС, да, перешедшие плавно, не ушедшие в Единую Россию, оставшиеся в партии коммунистической, они останутся на месте. Я думаю, они никуда не денутся. Но, тем не менее, да, с твоими словами, наверное, есть... И большая доля истины, потому что у нас же все пытаются держать нос по ветру. Как в данном случае, вот, на твой взгляд, успеет за вот эти месяцы, да, ну, полгода, так будем условно говорить, Цыденов переломить ситуацию? Я имею в виду в том плане, что у нас экономика начнет править политика или не наоборот. Пока у нас все политика. Спорт – политика, искусство – политика. Везде политика. А экономика, все остальные составляющие – это так. Я думаю, что очень скоро слово «политика», от ругательного слова, да, такого как, он перейдет, ну, приобретет, ну, свой смысл. Нормальный смысл. Нормальный смысл. То есть политика, экономика была всегда служанкой политики. То есть это конструкция, которая фундаментальная конструкция, чтобы дом построить, нужно фундамент сделать. То есть невозможно без фундамента дом в доме жить. Но ты противоречишь Карлу Марксу и «Капиталу». Ну, вот я, как говорится, на Карла Маркса, то есть я сторонник другой, ну, другого, теории. Не теории, а другого смысла, скажем так. И вот в этой конструкции, конечно, что я вижу, вот как я вижу, он, во-первых, транспортник. Мы, Улан-Удэ, Улан-Батор, это Улан-Баторская железная дорога. Он в свое время был сопредседателем вот этой, как там, концепции шелкового пути. То есть он уже на глобальном формате, он уже игрок. То есть он встречался с китайскими товарищами, он работал над этим проектом на федеральном уровне там, и так далее.
был в совете директоров Улан-Баторской железной дороги. Поэтому мое ощущение, что Улан-Удэ, Бурятия, наконец-то будет приобретать свой функционал в политике Российской Федерации. То есть мы впишемся в концепцию... Мы впишемся... Евразийскую такую, ну, да? Мы впишемся не в концепцию, а в доктрину, внешнеполитическую и вообще как бы фундаментальную доктрину российского государства. Да, я хочется думаю, в это верить, что именно вот такая цель в конечной преследовалась тем более кремлевскими кураторами. Сейчас будет все раскрываться, исторический потенциал Бурятии, то есть бурят-монголов, да? Отношения с царской Россией там, и так далее. Вот, фундаментальный этап становления Бурят-Монгольской ССР. Будут возобновляться российско-монгольские отношения и так далее. То есть, сотрудничество. Да, конечно. И в этом свете, конечно, народ вздохнет таким свежей энергией, воздухом. Возможно, будут создаваться совместные какие-то проекты там, и так далее. То есть, вы же знаете, то, что очень серьезно делается, он не бывает таким как бы сиюминутным. То есть это все планомерно будет строиться, и мы увидим внуков, да? То есть ты считаешь, что Алексей Самбуевич пришел сюда надолго? Всерьез и надолго, по крайней мере. Ну, смотрите, человек, он не системы московской, скажем так, условно, да, он там включен, но не... Он вписался в эту систему. Он уже в системе, да. Да. Но он-то все равно как пришедший туда. Ну, понятно. Да. Там он не относится ни к питерской группировке, да, так называемой, Они не из семьи, там, которые там противоборствуют там, и так далее. Но он вписался и сделал такой колоссальный такой... Карьеру быструю очень. Взлет такой был. Да. И очень быстро сориентировался в этой, в глобальной политике России. Вошел шелковый путь. И когда все это пошло, он приехал руководителем Бурятии. То есть Бурятия, она функциональна сейчас. И Республика Бурятия будет уже на устах у высших руководителей. Руководитель государства, страны. Государства, да. Руководитель страны. И поэтому ты считаешь, что нашему народу мы должны приветствовать вот это назначение. Я так думаю, что нужно приветствовать, да. У нас же какая политика? Точнее, не политика, неправильно сказал. У нас самосознание, сознание такое, да, вот приедет добрый барин, мы нифига делать не будем, как не делали все эти последние годы, ничего не делали, только критиковали. Это нормально у нас. А вот сейчас придет добрый барин, он все наладит, вот сейчас к нам из Москвы денежки потекут, а мы как нифига не делали, так мы ничего делать и не будем. Вот как тут переломить ему ситуацию, чтобы наконец мы все с печек встали, с лавочек, да, с диванов, с кресел и начали работать. Работать именно конструктивно, совместно, критикуя где-то, да, указывая на ошибки, недочеты, но при этом помогая человеку выстроить вот то, о чем ты говоришь. Владимир Георгиевич, смотрите, вообще это нормальное, так сказать, бытие, когда мы что-то просим. То есть мы встроены в государственную систему, и от людей, которые руководят, практически зависит все. То есть у нас страна, государство унитарное. Да, абсолютно. Да, и как хозяин дома приходит, так и он будет строить этот дом. Поэтому мы, народ, в принципе, я думаю, что он будет именно от концепции «Сыденов, Шелковый путь», взаимоотношения с Монголией там, и так далее, народ будет приобретать. То есть народу что нужно? Элементарное, да? Работу, занятость. Достаток, в первую очередь. В смысле, по вытекающему. Достаток, отдых, и самоощущение. То есть это очень важный момент. Нужность и сопричастность. Нужность и сопричастность к событию, происходящему. И мы живем в самое интересное время – в этой исторической эпохе. То есть мы находимся в период становления Бурятии уже в новом
ракурсе, новом формате. И про Бурятию, возможно, и историки будут писать. Ну, будем надеяться. Все, что они и так будут писать, но уже будут писать в таком, в другом ключе, я бы сказал, более позитивном, более... Да, Бурятия же выпала вообще вот с... Да, последние годы мы абсолютно выпали. Абсолютно. Вот такое ощущение было, что и Москве на нас... Конечно. Наплевать, и там уж не говоря о других странах, и мы как-то себя тихо вели. Даже в Москве, я же в Москве работал долгое время, ну, лет 10, по-моему, и даже спрашивали, а вообще буряты это кто? Да, не, ну это нормально, вот ролики же были, что это вообще за границей, фиг его знает. Одной из первоочередных задач, да, вот это развитие туризма, мне здесь некоторый такой опять напряг со мной случился, когда я услышал из уст вот Цыденова на встрече с Путиным, да, что это одна из первоочередных, так скажем, задач. Вот как ты к этому относишься? Или просто он, ну, пошел по стопам своих предшественников, я имею в виду, Вячеслава Владимировича Наговицына, и озвучил как приоритетное направление развития республики. Не, вот, то, что сделал Наговицын, ну, сложно как бы, ну, вот, переоценить. То есть он, по большому счету, ну, сломал старые стереотипы, что мы дыра, там, еще что-то, да. Я бы как раз, вот вы напомнили Наговицына, его, вот он же 10 лет правления, да. Это же большая вспышка в истории Бурятии. То есть, ну, как вспыхнул. То есть, помните первую пятилетку? Как тут все бурлило? Ну, деньги в стране были. Деньги в стране были, но, допустим, в Чите так не шевелилось. Там с этого бронепоезда, там с Южной Кореи Ким Ир Сен, потом эти 350 лет, Кудрины, там на Байкале, вот эти форумы. Ну, Улан-Удэ изменился колоссально, там мосты, там Байкальская гавань. Ну, ругают Байкальская гавань. Вообще, народ же у нас неблагодарный, да? Нет, у нас, да, это, то есть, мы вот злой памятью, к сожалению, да, очень долго живем. И плюс самым фундаментальным принципом вообще то, что Вячеслав Владимирович Наговицын внес в республику, я считаю, что это вот, ну, судя, ну, исходя из своего, видимо, человеческого такого характера, тут у нас общественная жизнь выросла. Вот это да. Да. Вот тут я абсолютно двумя руками за. И... Никому глотку не затыкали, говорили, что хотели, да, иногда даже перебарщивали. Ну, иногда. Он терпел, то есть. И, да, и не, он нормально. В Чите бы это все за 3 секунды, это все как бы погашалось бы, это все легко делается на самом деле. И вот результатом этого, результатом работы Наговицына стал приход Сиденова. То есть что? Гигантская такая энергия Бурятии, да? Становление вообще, ну, скажем так, вообще Бурятии, осмысление себя, вот это все. То есть... Потом, молодец. То есть вот это... уважаю. Я вот этого и хотел от тебя услышать, что ты не из тех людей, которые кидают в спину уходящему камни. Вот молодец. Вот честное слово. Вот искренне тебе говорю. Вот... Спасибо. Просто. И вот эта вот коллективная мысль уже канализировалась, условно говоря, в Кремль и стала назначение Цыденова. Там установка какая? Я так предполагаю, установление межсуверенного моста. То есть он будет работать над этим. И мы тут и как туризм, раз самый... возвращаясь к вашему вопросу, туризму, да? А туризм – это самый легкий, первый шаг, который будет... Да. То есть это все. То есть... Тут еще один только, вот буквально 2 секунды к тебе присоединюсь, безусловно, да, еще бы один момент. Цену на авиабилеты сделать приемлемыми для наших российских туристов. Я имею в виду перелет Москва-Улан-Удэ и обратно. Тогда вот у нас с этим будет вопрос решен, ну, процентов, да, я думаю, на 50-70. Что такая инъекция, это просто будет инъекция, доза. То есть... Комплексный подход. Комплексный, безусловно, конечно. Сюда будет, но это один из... Сингапур, Китай, там еще кто-то, Южная Корея, да. Московские бизнесмены сами прилетят. То есть это как Нет, бы... я имею в виду простых туристов, простых людей, которые хотят только... посетить Байкал, но когда узнают цены на авиабилеты, все, как там только все желание бизнес пропадает. Будет приходить, они сами снизят билеты. Потому что историю делают люди. Ну, конечно, безусловно. Да. Бату, огромное спасибо за беседу. Очень позитивную, на мой взгляд, и очень такую положительную. У нас осталось немножко времени, я по традиции предоставляю тебе слово, обратиться к нашим телезрителям. Вот, пожалуйста, в эту камеру. К
к читателям, в том числе сайт, наверное. Уважаемые зрители, ну, во-первых, поздравляю вас с предстоящим Новым годом по лунному календарю. И вот, пользуясь случаем, 28 февраля будет Харибурятский сагал. Это такое, ну, скажем так, мероприятие не такого, как бы, просто празднично такого маскарадного характера. А в нем заложен глубокий смысл, восстановление традиции, восстановление смысла народа, бурятского народа. И 28 февраля ФСК в прошлом году, как в прошлом году, в 6:30 будет происходить это событие. Вот, приглашаю всех посмотреть, прочувствовать, поучаствовать в Харибурятском, вот в этом мероприятии. Харибурятский сагалган 28 февраля, 6:30. Спасибо за приглашение. Спасибо, Бато. Очень интересная беседа. И я так думаю, что наше сотрудничество во всех сферах будет с тобой продолжаться, потому что планов громадье. И, ну, какое-то новое веяние уже повеяло. Да, я надеюсь, да, что это будет все в позитивном плане. Спасибо, уважаемые телезрители. Я напомню, что гостем программы «Открытый эфир» был генеральный директор информационного агентства АРД Бато Ачиров. Я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.